Карачаев в составе России. Исторический опыт, современное состояние, перспективы трансформационных и модернизационных процессов. Карачаевский на базе КЧГУ имени Умара Алиева прошла Всероссийская научная конференция, посвященная этой теме. Алла Качиева подробнее. Девяносто лет прошло со дня сражения на перевале Хасаука, в результате чего было подписано мирное соглашение о вхождении Карачаева в состав России. В успехах, удачах и испытаниях проделан совместный почти что двухвековой путь. И сегодня долг каждого – помнить события тех далеких лет. И на научную конференцию, которая проходила в стенах КЧГУ, собрались сотни людей из Карачаева-Черкесии, соседних регионов и даже стран. От имени главы республики участников поприветствовал заместитель председателя правительства Хазырчик Куев. Отрадно отметить, что интерес к истории народов Северного Кавказа и в частности карачаевцев не ослабевает, что ученые и общественность, следуя событиям почти 200-летней давности, пытаются находить ответы на животрепещущие вопросы сегодняшнего дня. Сегодня Кавказ во все времена играл значимую роль в геополитике российского государства, поскольку занимал важнейшее стратегическое положение на его южных окраинах. Россия и Карачай. 190 лет совместного пути. Этой теме были посвящены доклады историков и политологов, социологов и экономистов, культурологов и филологов, педагогов и общественных деятелей. Я думаю, что это много-много десятилетий еще вместе. И нам важно посмотреть прошлое, сделать правильные уроки из того, что у нас уже было. И, конечно же, наметить правильные пути для того, чтобы шагать вперед дальше вместе. Взгляд на уроки Хасауки сквозь столетия. Основные этапы формирования кавказской политики России в первой половине 19 века. Сохранение родного языка и культуры в условиях глобализации. Участники конференции поделились объективными данными, а также собственным анализом относительно социально-политического и культурно-правового развития карачаевского народа в составе Российской империи. Вместе с Россией, вместе с народами Карачая, Черкесии, вы достигли больших достижений, больших результатов в народном хозяйстве, культуре, образовании, многих других отраслях народного хозяйства. Вы сохранили свой язык, культуру, свой быт благодаря вашей стойкости и вашему духу. Отдельные площадки также были организованы для обсуждения культуры, искусства, литературы, участия карачаевцев в Великой Отечественной войне, депортации, обычаев, традиций, проблемам и перспективам социально-экономического развития Карачаева-Черкесии в целом. В конце мероприятия гостей ознакомили с национальным колоритом республики, презентовав насыщенную культурную программу. Алла Качиева, Медина Джанкёзова, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.